сыграл четко, а вот здесь недочет. И ошибка. И в результате Малина врывается в штрафную, бьет в дальний угол. На месте Ледесма успел среагировать. По забитым, тут, надо сказать, тоже у Кадиса не все хорошо. Как говорится, голов не густо. Меньше забили Хетафе, Алавес и Атлетик Бильбао. Удар из-за предела штрафной, мяч в воротах, но, по-моему, после свистка или нет? Будет этот гол засчитан? Интересно. Судя по всему, будет засчитан, потому что дурная реакция со стороны желто-синих и местных болельщиков. Там был небольшой рикошет, и мяч в результате залетел в верхний угол. Против Пуэртоса. Вот, смотрите. Попадает по ноге, по мячу не попал третий номер, а потом здорово, конечно же, зарядил Аларко. Под удар направил мяч Энтони Лосано. Испина проигрывает борьбу. Бака, подача, ну и забить! Ух, какой момент был у Гранады, хватается за ногу. Ударил ли Йонсен по ноге соперника или нет, смотрите. Это очень важно. И не сумел он продолжить атаку своей команды. Не обработал мяч. А вот сейчас Карлос Бака. Он штрафной. Готовит удар. Бьет поворотом. И Ледесма выручает. Перед Бакой он чуть-чуть смещается. И с подкруточкой бьет. Но там сразу несколько игроков Кадиса бросились под удар. Миля. По штрафной. Арес. Касание. И вот надо бить с близкого расстояния. Забивает Гранада. Ну как же Кадису не везет. Неужто и сегодня эта команда не сумеет дома победить. И буквально от радости из себя вышел. Будем надеяться, ненадолго вернется Роберто Морено Гонсалес. Его команда счет сравняла. Суарес. Посмотрел. Перевел мяч. И вновь туда, на фланг, откуда был подан угловой. И вот здесь завершающий. Ах, тут рикошет двойной. По-моему, последним мяча коснулся Фернандес. А гол на свой счет записывает Хорхе Малина. А? Сладкая малина. Йонсен. Дотянет в касание. Вперед. Санчес. И нарушение правил. Ой-ой-ой. А у Санчеса же есть желтая карточка. Да, заметил, что локоть пошел, арбитр, характерный жест. И вот посмотрите, капитан вышел на замену. Когда вышел, получил капитанскую повязку. Получал кала и был удален. И вот теперь еще одно удаление у желто-синих в игре. Теперь против Гранады. Ну, смотрите. Ледесма играет на выходе. И в тот момент, когда аргентинский голкипер Кадиса мяч зафиксировал, прозвучал финальный свисток Мигеля Анхеля Ортиса.